От чего зависит время нахождения препарата в тканях? Первое – это от характеристик препарата. Мы с вами должны посмотреть молекулярную массу, концентрацию и степень ретикуляции. Именно степень ретикуляции нам дает с вами тот либо иное время нахождения. Например, степень ретикуляции 14%, то есть препарат будет находиться в тканях дольше. Второе, от чего у нас с вами зависит время нахождения препарата в тканях, это от зоны введения. Если зона введения хорошо васкуляризирована, то и время нахождения препарата в тканях будет меньше.